вас наша сила, право и честь. Форум армии 2021, самый лучший в мире, празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей, комфортной, безопасной жизни россиян. Все участники форума, герои российской армии, весь личный состав нашей доблестной непобедимой армии, выдающиеся военачальники, вице-премьер российского правительства господин Борисов Юрий Иванович, Сергей Кожегетович Шойгу, Герасимов, Коношенков, Соляков, Евменов, первый заместитель министра обороны, министр торговли Мантур, президент Академии наук Лихачев, Вероника Игоревна Скворцова, сегодня все Онищенко, все поддержали, и мы, Нестеров Метлицкий, поддержали выдающуюся историческую инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И мы очень просим Владимировича Путина, мы, Нестеров Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Сей, Марина Владимировна. Мы со всеми героями российской армии, МВД, ФСБ, полиция, Госгвардия России, со всеми героями самого лучшего в мире форума армии 2021 очень просим вас, уважаемый господина президента России, верховного командующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за предстоящую выдающуюся историческую триумфальную победу на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного нашей России, наш президент, власть, наша сила, право, честь. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, мы очень просим вас избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Поздравляем!